Итак, здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Мы с вами находимся в Светофоре, город Богородицк, Тульская область. Бедро охлажденное. Фирма 161 рубль. Все спрашивают, я всегда показываю фирму. Вот такие бедра. Так, также крылья. Вот они уже там обрезанные. Сейчас цены там покажем. Крыло куриное 166 рублей 80 копеек. И здесь еще есть окорочка 166,80. Вот у меня не окорочка. Тут йогуртный вот такой. Цена 39,90 за 4 штучки. 2,5% жирности. Салями черкизовская 100 грамм 40 рублей. Вот она нарезочка. Вот такая. Что тут еще новенького? А, хотела показать вот эту. Да, шпикс чесночный. Там цена. Брала, хороший, мне нравится. Так. И филе. Вот он, смотрите, замороженный. 241,50 за килограмм филе. Замороженное. Вот она. Филе есть. Так, есть грибочки. Кто кому надо. Смотрите, грибочки, шампиньоны свежие. 132 рубля 30 копеек. Шампиньончики. Так. Что тут интересного? Здесь рыбка. Вот она, смотрите. Холодного копчения. 480 рублей. Вот такая маркер. Так, морская капуста без уксуса. По-корейски с грибами. 46 рублей 50 копеек. За сколько там? 350 грамм. Килечка. Вот она. 300 грамм. Салакая килечка. 75-40. Это салака, не килечка. Запах прям чувствую. Так. Горбуша филе ломтиками. 138 рублей. Это что? Вот она. Горбуша ломтиками. Так. А это янтарный... Рыбка вот эта. Цена ее 96 рублей. Той, что я показала. Вот она. Горбуша ломтиками. Вот такая. Здесь сколько грамм? Так. 150 грамм. Ой, салаты оливье. Дальше. Салат рыба овощной под шубой 109 рублей за 500 грамм. Горчица привезли зернистая. Здесь 250 грамм 42 рубля. Первый раз такая приезжает к нам. Горчица сюда. Так. Паста из морепродуктов сливочная 250 грамм. Балтийский берег 88 рублей. Соус. Так, икорный 58,80. А, это уже показывала я тоже. Ну и колбасы. Колбасы здесь вот такие. Так, я хотела показать цену на... Где ее здесь не найдешь. А вот смотрите, акции есть. Берете, значит, сервела две штучки ладога за 201 рубль 60 копеек. Вот такая ладога. Может взять акцию эту. Сейчас возьму, наверное, все-таки. Так. Ну, не нашла я цену. Так, здесь также привезли салтисон, такой вот 200 рублей за вот этот, что там, сколько в нем, в этом салтисоне,
Что-то там не написано вес. Вот такой сальтисончик. Вот он, 200 рублей. Так. Мясной продукт. Сальтисончик. Ой, народу опять набежал. Надо убегать отсюда. Убегаем. Так, я хотела взять колбаску ту. Так, сервелат, наверное, одну положила, разложила. Так, что тут еще? Сыра мало стало, прям вообще что-то не вижу. Маловато сыра, привоза нету. Так, ну вот так вот здесь. Я ошиблась, это 201 рубль за килограмм. Хочу сразу предупредить, здесь килограмм нету. Вот, 123 за 614. Я буду платить за одну всего-навсего. Понятно? А это за килограмм выходит. Вот так. Так что хорошая акция. Рассмотрела. Спасибо. Мне здесь рабочие сказали. Непосредственно, кто занимается этим. Администрация магазина. Видите, за килограмм 201,60. Яйца есть 172 рубля, 3 десятка, 172,50 за 3 десятка. Столовые С2. Лимончики 73 рубля за килограмм. Лимончики очень хорошие. Вот. Тонкошкурые, совсем вот, не кислые. Уже рассказывает. Да, потому что я брала, потому что я знаю, что это не турецкие. Не турецкие, да, вот, но видите, кусать, а здесь яичко. Целовать надо, а не кусать. Так, это что? Это что кинул? А, молоко. Извините. Молоко. Ну-ка, что за молоко? Кто брал? Ультра по 3. Сколько же она стоит? Это молоко. Татьяна, сколько молоко это? А, вот, 37,10. Ой, надо взять, попробовать. Видите, молочко. Молочко 37 рублей. Здесь соусы Балтимор 47 рублей за 400 грамм. Здесь три вида соусов. Сливочный с чесночным. Дальше соус с лесными грибами. И соус вот такой сырный с картошечкой. Там рецепт есть. Запечь можно. Попробуй, взяла. Хочу попробовать. Так, ну и вот такие еще грибной соус, вот такой, это стоит 24,40, а здесь 250 грамм. Так, кто пользуется кубиками, вот эта упаковочка 189,90, 10 штучек по 40 грамм с чесноком, луком. Я уже показывала в своих обзорах. Так, вот такая еще, и такой вот еще упаковочка тоже, смотрите, куриные бульончики. Эти. Так, цена 127 рублей за эту упаковочку. Здесь, значит, 10 грамм, 48 штучек. Так. Да, по 10 грамм. Вот эти. Вот так. Так, что тут еще? А, это суп с курицей, это я показывала уже. 29 рублей 200 грамм. Суп куриный вот такой. Звездочки, наш любимый детство, молодости. Вообще всегда брали со звездочками с этими. 15 рублей всего-навсего. Ой, все равно товара мало. Я имею в виду того, что нужно. Вот нету из измельчителей, что в других магазинах не привозят. Даже в других магазинах курица по 105 рублей. Это как прям вот курочки, тушки. А здесь нет, не привезли. То, что привезли, я показала там. Ну вот и все, наверное. Говорят, что, мол, ой, такой магазин, все, мол, это плохое, все такое. Ребята, ну посмотрите, разбирается все. Люди действительно, зарплаты низкие и очень покупаемость здесь большая, потому что идут сюда. Так, вот такой хренодер стоит, значит, за 580 грамм 110 рублей 90 копеек.
Вот такой. Ядреный. Так, а это что? Соус чили за 1 литр 63 рубля 50 копеек. Вот такой соус чили. Так, соус вот такой стоит 53 рубля. Вот он, видите? Очень много соусов всяких. Много соусов, разнообразия. И цена нормальная, поэтому люди идут. Идут и разбирают. И магазин уже пустеет потихоньку. 582 за 2 килограмма. Здесь 672. Вот это стерлядь. Рыбка. Рыбы, конечно, много здесь. Так, это что? Это треска. Так, это что? Тоже треска. Это стерлядь. Так, здесь форель. Стерлядь. И кусочками. Рыбы много. Очень. И креветочки вот такие, смотрите. 414 рублей за килограмм. Много. Смотрите, бисквит с начиночкой 600 грамм, 100 рублей 60 копеек. Вот такой бисквит с вишневой начиночкой. Так, сочные мини, начинка абрикос, 1 килограмм 162 рубля 80 копеек. Клюковка в сахарной пудре, 300 грамм, 126,50. Борчик для бритья, 100 миллилитров, гель для бритья. Дальше вот такой наборчик, 129 рублей. Соком, сейчас, вот так, кактусы и авага. Эвабы. Подарок на 23-е. Можно очень хороший подарочек сделать. Дешево и мило. Так, что там еще интересного найдем мы с вами? Платья женские с принтом. Вот я что говорила, футболочки. 290 рублей. От 46 до 58 290 рублей. Вот такие эти платьица ХБшечки. Они завернуты, разворачивать уж не буду. Кому надо, тот посмотрит. Так, полотенца махровые, их очень много там. Так. Вот и все. Спасибо вам за то, что вы посещаете мой канал. Я с вами, Марина. Это я показывала тоже. Вот этот светильничек 462 рубля. Он так и лежит здесь на кассе, кому надо. Вот и все. Пока-пока. Желаю всем здоровья. Так, и вот этот грелочка насадка 164,30. Вот такая. Китай-производитель. А вот компресс не показывала. Автомобильный. Цена его с пьеза. Так, цена его 380,40. Вот этот компресс. Вот он, компрессик. Видите? Автомобильный качать 380,40 копеечек. Так, наборчики, это все для чистки, обувь. Дальше блочный, вот этот 68 рублей, чистить одежду. Ну вот и все. Все, пока-пока, счастливо всем. И прежде всего, всем здоровья, дорогие мои.